представляете, какая обида бывает? Человек восстанавливал гольфа, и вот такая неприятная ситуация произошла. Начал заводить, его сполыхнуло все. Благо успели вытащить, потушить. Но машинку, правда, жалко. Такой классный аппаратик. Но это, кстати, еще не все. Сейчас еще один аппарат покажу. Такого же рода, тоже жалко. Вот, представляете, тоже ситуация дурацкая, блин. Коротыш произошел в тачке. Тачка вообще была отреставрирована полностью, блин, она была в идеальном состоянии. И, короче, короткое замыкание где-то в районе заднего сиденья. И все, и тачка сгорела. Кошмар, ужас. Следите за своей проводкой, ребят. Что тут, Андрюх, сосисончики, да? Что, у нас воскресенье в гараже, шашлычки. Сейчас она все шкварчит. Лешечки. У нас бекончик немножко подгорает. Сейчас все будет. О. Ух. Шкварочки. Вот так вот. Называется, вместо того, чтобы ремонтом заниматься, мы только жрем. Жрем и кушаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Все выглядит. Аппетитно. Бифштексы на подходе. Говяжьи. Люляшечки. Люляшечки из барашечки. Из барашечки. Лёх, тестируй тормоза. Держит! Костяныч к нам приехал с гонок прям напрямую. Ну что, четвертое место, да, Кость? Да, из пяти. Ну ладно, говори сразу, из десяти. Ну ладно, гонка была тяжелая, трасса была пыльная. Ну Юф вообще молодец, конечно, красоточка. Показал себя. Слушай, работало на 100%. Да, слушай, ну, колеса прикольные. Вот так вот. Сразу после гонки на ТО. Потому что через неделю будет более ответственная гонка у Костяна. Там уже будет вообще жесткий замес со всеми чемпионами, которые только возможны. Ну да, надеюсь, я хотя бы доеду. Доедешь, доедешь, Костяныч. Ну, Лёха что-то тут катит опять. 450 гараж. Да, у нас вообще гараж превращается в 450 кубовый. Скоро машины будут 450 кубовые у нас. Да. Не, должны быть 4,5 литра. Да? Ну что, Лёх, скажешь? Все нормально? Все огонь. Работаем. Принимаем еще одного пациента. Да, да, да. Давай. Открой капот, пожалуйста. Ребята, это шок-контент Volvo V8 с мотором от Yamaha. А что за мотор-то? Это мотор Mountainer, проводка спортивная. Парная мощность 630. Она на переднем приводе? На полном. Обалдеть, слушай. А, это... Смотрите, немножко предыстория. Это мотор Yamaha. В Японии была лодка, которая вставила, брала первые три места. Суммарная мощность была 630 сил. Там стояло два таких мотора под винт. На Volvo, когда китайцы стали владеть концерном Volvo, они сделали на американский рынок Yamaha под, ну, на колеса сделали. Точно такой же мотор, но с двумя турбинами, стоит на спорткаре Noble. Может быть, кто-то слышал. Вот. Там, конечно, 130 сил у него в программе пишет, там две турбины. На мой мотор существуют валы, и, ну, для сравнения, C-шку она уже объедет. И у меня сейчас стоит чип, то есть атмосфера, ничего такого. Идеальный старт 5,9 для тонны 890 пустая, 2,320 снаряженная. Ну, постоянно старт 6,0 где-то. Завод 6,3. Слушай, ну это самый лютый свап. Да, я знаю. Вот. Это не свап, бро, это штат. Она просто очень редкая. А, то есть это завода? Это завод. Я же сказал, что когда китайцы начали владеть Volvo, концерн, да, Volvo купили. С ума сойти. Они для американского рынка сделали V8, потому что американцы, в принципе, любят большие безопасные машины, но при этом еще и мощные.
Поэтому, когда они внедрили в 2007 году этот мотор, у меня просто выбора не было никакого, потому что я обожаю Сюда надо монетку класть. Да, вот. И V8 работает идеально ровно, это так приятно, несмотря на то, что в данный момент одна лямбда отвернула. Вот. А так да, не поверите, пробег 364 тысячи валит до сих пор как надо. С ума сойти. Ладно, скажи самое главное, шильдик Yamaha где-то есть? А шильдик Yamaha в данный момент мы найти не можем, потому что Volvo, китайцы сделали ему вот такую тему. Но мотор именно такой. Если зайти на любой сайт, к примеру, посмотреть мотор Otto Noble, либо Yamaha-овский двигатель, он стоит в музее, вы его можете увидеть. А в Швеции такой мотор стоит, в Японии такой мотор стоит. Именно в музее. Восьмерка 4.4, 315 сил 100. Вот, крутящий момент, могу ошибаться, но 480 или около 500. Вот, достаточно редко. В чем преимущество? То, что нет турбин и эластичность хода. Это то, что вот любит V8. А есть две болезни в этой жизни у, так сказать, автолюбителя. Это V8 и Volvo. Если ты сел на Volvo, вряд ли ты себе купишь что-то другое. Я сразу на всем. Вот. Кем только не работал, и водителем, и катался на чем угодно. Это, как я называю, моя некрушка. Любимая. Вот. А так да, могу еще чуть-чуть показать вам звук. Давай, давай, пойдем. Да, ребята, это просто чума. Я не знал, что такое делать Volvo. Делало. Соответственно, салон 364 тысячи пробега, кожа целая, вся вот эта вот зона риска практически не протерта, так как руль дерева, все на месте. Единственное, что не родное, это... Самым главным нюансом этой машины это TF80. Да, ну и, соответственно, коробка ставит TF80, именно V8 ставится как раз-таки TF80 SC, она является усиленной, что позволяет мне на типтронике валить сюда до 6 тысяч и... Нет проблем. За 360 тысяч это вторая коробка все на все. Вот, причем стоит бушная, никаких проблем. Как говорится, вот. Японцы делают вещи. Да, вот это, понимаете, это гремучая смесь. Это японец. Это адская смесь. Да, это что касается агрегатов, это Япония, да, надежная. И плюс самая прочная шведская сталь. То есть безопасность. Комфорт Volvo, да. И комфорт. Несмотря на то, что 20-е колеса, 35-й профиль. Вот. Она очень мягкая, то есть я не чувствую, что у меня огромный таз. Ну, на холостых прям. А, у тебя с одной стороны? Она немножко отвалилась, да. Вот. Холостые, да. Ну, басить так на холостых приятно, это, так. Это еще одна труба на разлом, она включается, включается. Вот, авария. Ладно.